Нет, мне кажется, что вот в новой ситуации московской Москве нужны люди, которые увлечены именно городским хозяйством. Вот все эти ребята, которые ходят на все эти семинары по урбанистике, потому что мы должны учиться. Я не верю в то, что Бабкина будет учиться, впитывать. Да? Сегодня развитие города это реально увлекательнейшее, но все-таки это наука уже. И поэтому я бы так сказал, что я бы хотел для Москвы большого количества молодых, малоизвестных пусть людей, которые свою карьеру как-то с городом, с развитием города свяжут. Бабкина уже сделала свою карьеру, и Гельман сделал свою карьеру. Не надо нам идти в депутаты Московской городской думы.